В Доме культуры имени Мусы Джалиля с раннего утра звучала народная музыка. Здесь работала выездная избирательная комиссия для проведения досрочных выборов президента Узбекистана. Сегодня мы проводим досрочное голосование досрочных выборов президента Республики Узбекистан, которые начались 28 июня и будут продолжаться до 5 июля. А сам день голосования у нас 9 июля. Мы понимаем, что не все наши граждане смогут 9 июля прийти в Генконсульство проголосовать. В связи с этим наши граждане обратились с просьбой, чтобы для них создали благоприятные условия, чтобы они смогли проголосовать. И вот избирательная комиссия, члены приехали сюда, чтобы наши граждане смогли проголосовать. Вот мы приехали с бюллетенями, вот вы видите переносные урны, сейчас они будут голосовать и воспользуются своим конституционным правом. Граждане Узбекистана, которые в настоящее время проживают в Бавлинском районе, активно принимали участие в голосовании. Они пришли в районный дом культуры для выполнения своего гражданского долга. Мы сюда приезжаем на лето. Выборы – это для нас наше будущее. Вот мы выбираем, что наш президент за нас переживал. Мы для него все делаем. Гражданам Узбекистана предстояло выбрать одного из четырех кандидатов от официально действующих партий. Пришли голосовать за наш народ. Спасибо за организацию, что здесь удобно нам голосовать. Спасибо всем. Избирательный участок посетила глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров. На территории Бавлинского района проживает 81 гражданин Республики Узбекистан. Сегодня проходят досрочные выборы кандидата в президенты Республики Узбекистан. На сегодняшнюю минуту проголосовали 53 человека. Выборы проходят спокойно. То есть с нашей стороны организованы все мероприятия для того, чтобы досрочные выборы состоялись на территории Павловского района. Выездная избирательная комиссия до 5 июля побывала почти во всех районах республики. А в основной день голосования, 9 июля, выборы президента Республики Узбекистан пройдут в Казани и в здании Генконсульства. Лисан Сейдгареева, Мария Кандаурова, БРТ.